Не очень люблю клока, на самом деле. Но в этом патче он неплох. Он один из лучших генерейтов имеет. Парашный аспект. Вот это единственный норм. Знает. Вот вроде подание в союзниках. Что-то увеличит радиус. Ее радиус действия. Кого? Ее. Уменьшает перезарядку, расход маны, а также дает бонус к броне. Здесь есть барьера для союзника, до броня для союзника. То есть я могу сейвать этой парашей, да? Не, ну винчу точно нельзя брать этот аспект. Она диспелит эту парашу 100%. Тут не написано это, но скорее всего это диспелит за вторым скиллом инчи, торнадо, инвокера, не-не-не. Тут только вот этот аспект, приходить на линию, пукать. Я точно буду через первый скилл играть. Это вот железно. Так, мы тут точно блочим Бигус, мы хотим сделать фибешку. Гофоба сделаем. У нас неплохой первый левел, я могу начать. Нажмем смок в миде около Т2, побежим в бот. Бля, наверное, мне даже сапог стоило купить, но насрать уже. Я не знаю, какие у них лайны, может быть это нага 5 вообще. Может быть нага 4, может брист кэрри. Ну, можем в топе пробовать, на самом деле, в любом случае. Нарисую ребятам линию вот такую. Ну так, можем пройтись. Ищешь способ подзаработать себе на новые скинчики? А что если я смогу тебе помочь? У эпиков открылась вакансия на новом скинозаводе на всю осень. Да-да, все верно. Заходишь каждый день, улучшаешь свой генерируемый скин и забираешь его каждые 3 часа. А в перерывы заходишь похукать клокверкам ящики и забрать за них халявные призы. Все это ты можешь делать за шестеренки, которые ты бесплатно получаешь каждые 3 часа. А все, что ты скрафтишь себе в мастерской, выводишь себе на Steam. Там же в эпиках ты найдешь боевой пропуск, где на каждом 15 уровне ты получаешь аркану, а на 30 и 45 еще по аркане. А за прохождение всего батл пасса гарантированный ДК-хук или аркана на ВК. На выбор. Неплохая работенка, правда? Задания супер простые, заходи и убедись сам. Ссылку и промокод я оставлю внизу, как обычно. Залетай скорее, пока временная халява не кончилась. Я вот тут хочу нажать. Да, ну, без клинкза можем сделать. Ну, блять, если я возьму Коги на первом левеле, как будто бы я насру себе в штаны, да? Хочу вардроп на тут сюда. Ну, бро, не ревелися. Найс. Вард, конечно, хуёво спалили, ну да ладно. С вардами был, но он ничего не сделал. Я чекну вард сначала, а потом дропнешь, если видишь, что меня башня не ударит. Ну, бро, ладно. Ну, конечно, герой видит, чё. Меня тоснуть хочет. А все равно забирать. Стик вести себя на линию сразу же. 4 руна, нет, 3. 3. Не захватит ленивец. На какая рядом? Ну, параша ебаная, что поделать. Инвокер вернулся. Еще нет. У меня 2 центра есть, в принципе, норм. Что он в центре будет делать какие-то? Норм, где крипа? Но уже был донайн, дальника у них, да ладно. Бегу заблочил, супер важно. А, много регена по тангусам так-то. Надо стиков подзарядить до next атаки. Че, на эту линию должен все вот так вот вести и фласку. Варда он еще не дропнул. Куда ты бим-то дал, дружище?
Хуёвый бимчик получился. Промазал по герою немножко мышкой. А, ну похуй. Похуй. Он тут вар дропнул. Окей, сейчас сломаем. Ну, нам нет смысла пулить, это мы стакнуть должны. Причем стакнуть телом, выводя на биг. Они видят, что меня рядом нет, я пулю. Я в центре дропну, надо вард быстренько сломать будет. У меня хотя бы, по-моему, нет. Не нормально. Я придержу пачку. Не показываю, чтобы грибов смысла поставить. Нету держать, они отпугивают. Ну, уже да, уже да, уже да. Ты можешь вести их вот тут, в принципе, но уже поздно. Вот и соло экс. Я доебу его. Без маны оставили фул. Да, на фласке я, конечно, разорюсь на эту линию. Но зато я дохуя пользы приношу тут. Дыму лес такать. Мне левел 3 нужно. Ну, вот 3 нужно, чтобы мы доебались. Ну, луна в полфрейм. Very good. Он без класса, да, чтобы им... Пора разблочивать бегус. Через 5 можем доебать, если он останется на дальнике. Смотри. Знаешь, еще и с кайфом откис. Фулл экспл на соло залутает. Хуя себе пойдет. Губанку забудет минимум. Через 5. Я пока в супер все идеально. Я под сапог буду топахаться. Кинжал, а, кинжал нет. Окей. А, блядь, ты ебанулся, дроп. Надо активку не забрать. Да можно доебать его, хуёво. Найс, активку законтроллерим. Обожаю клокер. Вначале можно очень много говна сделать. Тироном. Иду в топ сейчас. А вот 4 базилка.
У вар стоит. Бля, сюда иди как-то. Кузнец. У вар стоит. Ну, пытается, он же не убьет. Бля, бимы ебаные, просто, блять. Не, он в целом зря сюда пошел. Она проебали нахуй. Не стоило. Жон, нахуй жирный. Он мог просто бить крипов. Так, мы начинаем посмотреть, пойдут ли они за руной на тени, как минимум. Если я успею, будет вообще сказочно. Они вроде забыли. Пошел за руной, да? Блять, unlock. Бля, ну я могу его доебать с пуколкой в 3? Да, могу на самом деле, я могу соло его сейчас убить. Хуёво, что я не вовремя руну, ну, не заберу, но похуй. Что ты делаешь? Тебе нахуй. Пять секунд пуколка у меня. Я сейчас до бреста доебусь. Только похилюсь немножко флаской. Отлично. Бля, опять мы пакта делаем в этой игре. Не знаю, что он так в АП забыл на самом деле, но это вкусно было. Варт сломается. Он меня соплю на ХГ нажимал. 100% варт. Так, опа, хорошо играет. Блять, ну, ладно, анлак. Может пару стаков сделал в тройке. Окей, окей. Так слишком огромный. Ты не можешь в топ бежать сейчас. Он на базе хилится и... Да ебался на меня. Трек побегом. Я нажал. Бля, ну... Он прям в то время развернулся. Ладно, стакну. Блядь, ну он прям бежал до последнего. Я не успеваю стакнуть. Ну, в смысле, успеваю, но он мне не даст. Слово, зачем еще гранаты нужны? Че у него? Ракашки. Аркадии. Короче. О. Ну, я думаю, они дропали тут апсы. Он на тине заходил сюда как домой. Я не верю, что апса не было. Ну, либо он просто долбоёб, одно из двух. Он просто долбоёб, окей. Я дроп на будущее сюда, апс. Сам побегу стакну. Не, нет, ТП, анлок. Что меня здесь дало, чё? А, это башня. А, в соло. Найс катка. Активку законтролить. Я хукшот 9. Можем найти кого-то. Ну хуй Коги сломает когда-либо. Он бьет на копе, норм. Найс. Может бот еще выйти доебать. А сука ебаная. Так бывает, что ты играешь, что все получается. Это минус кока что иногда. Иногда не получается. Но нет, не вижу. Че, стики грейдись мне, наверное, да. И что дальше? Че мне в этот билд высрать? Я думаю, грейженные стики, брейсер и аганим. Вот так вот.
Можно ли у тебя купить коуч? Привет, напиши собака шиздота телеграм. Но ну, должен понимать, у меня три вида тренерства. Одно — это чисто реплей без тебя посмотреть и тебе скинуть результат. Ну, знаешь, типа, как видео записать. Второе — с тобой посмотреть. И третье — ломаем, это прям месяц работы совместной. И тут важно понимать, что самый эффективный, очевидно, последний. Но он занимает месяц жизни. И место на него есть только после 20 числа, то есть через две недели. Но обычно я прошу заранее оплачивать, чтобы точно понимать, что человек будет. Я это убью. Вот. Пиши собак что за там. Левел не ап, но в любом случае надо уже лететь. Булвар дропнуть перед тобой. Я на клокверке, бро, но как мне еще стакать? Если не гранатой. У меня герой милишник, блядь. Я вот поэтому и должен гранаты именно для этого покупать. Типа, мне они не нужны были примерно с минуты шестой. Но в этой игре я просто иначе стакнуть не могу компы. У меня милишник ебаный. Прикольная буст на самом деле. Чекнул вард. Я иду в Бриста, но он жирный пиздец. У меня весела нету. С вами, давай попробуем. С эклипсом. Клака я сказал, да? Ну, пох. Не могу забирать лотос, иначе я за визом не успею. Че, ну, Глеф отскакивает, он поставит, так должно быть. Ну, потому что Dota — это охуенная игра. Что в Dota такое возможно? Одна, что визом забрать, чтобы ничего не спиздил или грипом не сломал. Денег с блинком, если чё. А я ещё могу просто ауру какую-то выстроить справедливости ради. У нас никто не хочет кримсон делать, я могу сделать кримсон пайп. Это даже лучше, чем аганим, нахуя мне играть на себя, если я могу кримсон сделать. А ебать, она у нас в форме где-то. Всё, ну через вот так вот сделать. Мужик, ты слепой, блядь? Что произошло? Не могу это так успеть. Три иллюзии. А, там одна рил. Чит есть. Просто нажми арчит. Да, не веришь, что выживет просто. Хуеть. В поисках Немо. Просто пиздец. Нага, молодец. Честно говоря, не собирался доебаться. После того, как понравилось, как он убегает, я решил уже продолжить до последнего. Я вообще не верил, что я могу хоть что-то против него сделать. Я просто один нападаю на вражеского мидера, он боится мне в еблище дать в ответ. Вот он, буллинг происходит. Не ломать, они не хуя, они маленькие, у меня мота летит. Надо тройку закачать сначала, потом пойдем. Окей. Думал, ты не стакал все-таки. Лок. Ну, я просто думаю, как это можно сделать. Заруинил нахуй стак. Я испытываю новый способ стака. Немножко подстанил. Думал, помогу. Вроде помог. Надеюсь, он выживет. Ну, выжил. Вроде как раз-таки стана и хватило. Сидел. Спасибо. Без, вот была прокетка, кстати, я мог бы стакать.
конфетки и стакать по кайфу. Надо не забывать, что клок еще первым скиллом фармит очень круто. Очень важно использовать эту особенность клока. Если забывать про нее, то будет еще мало денег у тебя. Плюс варда удобно на ХГ чекать. У тебя два способа. Один из них ракетка, второй коги поставить. Еще есть фишка, что коги вроде как лес ломают, да? И ты можешь вот такие апсы дропать. Неочевидные. То есть если чел сюда сентри поставит, видите, он не достанет апсу. Не каждый это знает, но... Я мало клоков даже на интернешнале видел, которые это делают. Дизволь на луне? Блять, серьезно? В смысле? А, не, это просто лейтстоун. Что, башни ломать? Минус арморочка дает. ТП 15. Блять, бим просто по этой шлюхе въебал. Вернуться с 15. Нормально, живем. С нагой я бы не стал драться, прыгал сразу. Да, да. Там три бима въеблещ. Вот тут трипл. Я знаю, Бласки просто бима ударил по этой шалаве. Слышал, да? Там трипл. Че-че? Бля, если честно, фармить вообще по луну нахуй, хочу быстро снести ее. Ну, на кэрри зашел поиграть, чисто стефан. Как будто бы на кэрри это суть геймплея, если не ошибаюсь. Пробу, блядь, затягивать. Есть просто разное определение слова затягивать. Когда ты ведешь и тебе хочется еще поиграть, это одно. Но когда, типа, ты... Я первый дал ракетку, мне засчитается так. Когда ты первый ведешь, ну, играешь с позиции первой, тебе нужно немножко, чтобы еще выиграть. И ты просто добиваешь свои спайки. Это совсем другое. Не всегда тебе нужно идти и ебашиться головой врага. Иногда ты можешь просто в раза три больше, чем он фармить. Я по его месте стою, на самом деле. Надо очень аккуратно сейчас быть. Где-то, да, ну где-то он. Настоящий. Нормально, ванну выжег. Найдет. Ноги ошибаются, пиздец. У него фри просто по передвижению по карте. Он срёт все штаны. Пикбая была? А, окей. Может, реально хотел закончить, типа, таким образом. Но это звучит как кринж, ебаный. Просто вижу, она больше давала. Бля, я хочу эту пачку, наверное. Это мой 12 левел, почти кримсон. Трил был. Одна из них рила. Пукшот. Да похуй на кримсон, на самом деле. Ой, поэтому круто сделал с когами. Он нажал иллюзии и когами все убил. Но на самом деле с плюсов он слип ебал. Стим, похуй. Нормально. Только тап, потанчить башню немножко. Я с вангуардом это отлично делаю, но... Натанчились. Натанчились. Лес ломаем для будущих вардов удобных. Вард не доехал. А что мне выложить? Стики? Бля, пока да. По гору зайдем снизу. Спокойно. Больно заходить теперь уже просто. Нет, топ отпушу. В гейт зайду.
Нага напала в топе. Без слипа. Ты чё? Живи как-то? Ну, да, времени выиграла. Напал. Красавчик. ЧМСик? Мне мало бы какой-то на самом деле, но тут ее нету вообще. Все остальное параша. Ну, против инчи вот это неплохая хуйня. Даже два кларити нафармлю. Опять же, жетон нейтралки лежит. Мог выложить. Если о чем-то. Не видел. Есть мнение, что там на 2К играет много бустеров с Мурфера, что скажешь? Ну, я не знаю. Я ж не играю на 2К, дружище. Я захожу и очень быстро пролетает рейтинг, если я там играю. Я там не задерживаюсь. Сбоку пробуем затем, у меня БКБ есть еще. У меня Кримсон, тут вообще Unreal сдохнет. Ладно, клинк смог. В С ебаного бреста сложно. Да, есть такое. Ну что, Брист здорового человека через арканы. Без каких там ПТ-шек ебучих. А, надо Рошан убивать. Да, надо. Ничего никто не закачает, нет смысла стак. Осуждаю долоеба. Так. Ура летит. Арчит убил. Прой в консоли команду Engine No Focus Sleep 0, когда альтабаешь, не падал FPS. Тебе мешает минус FPS, когда альтабаешь? Просто как будто бы я альтабуюсь, и камера как бы, ну, находится там супер, супер недолго. Вот, поэтому как будто бы поебать вообще, не? Все-таки вот оно, нихуя. Вынес еще. Че, в гейт идти, что ли? Наверное, да. Че, прийти я сразу за ним. Еще не косы. Не, ну я этого не замечаю, и остальным, походу, ну, мне кажется, похуй должно быть. Привет, привет, ребят. Battery Assault или атака? Ну, очевидно, Battery Assault. Это фарм, все такое. С терминатором можно, я не против получить. С терминатором, Эви? Под эту хуйню. Ну, мы еще не костимся. Под Кримсон. Сейчас фишку сделаем. Я сейчас вард дропну пиздато, и можем подраться под него всяк. Хочу на этом, на джетпаке залететь вот так. Да. Бля, против Бриста тяжело пиздецки заходить. Да. Ну, я, блядь, сильвера. Тут еще. Еще не скоро. Если минуту две еще надо. Как учился микроконтроллер на чайне, МКС какие-то еще. Да просто регал нон-стопом, мы ошибался. С меня угорали, говорили гадости, но в моменте у меня начало получаться. Я много раз эту историю рассказывал, я сиклу пишу уже, Дэн, блять, у меня ничего не получается, помоги, пожалуйста. Я не могу нажать... Раньше, короче, был совух, он сетку кидал, большой.
И у тебя бин был всегда сможет. Совух, и потом сразу же после совуха этот стан кентавра. Ой, не совуха, а тролль и стан кентавра. И я, короче, говорю, Дэн, я не могу добежать, блядь, мне снится в страшных снах, что я бегу этим троллем до врага и не могу дотянуться сеткой, чтобы, блядь, попасть станом. Мне это просто снится. Он говорит, да это у всех было, типа, это нормально. Типа, ну, просто играй дальше, у тебя получится. Вот, я играл, у меня получилось. Да, мы без СК, вообще впадло, блядь. У меня ощущение, что я немножко спалился, ребят. Но я не уверен. А блядский СК вышел, хоть разведем. Надо есть. А, нет, зайдем, похуй. Мне еще Егис пусть убивают. Павло, блядь, без запресов стоит. Все, наконец-то. Победа. Еще вард пиздатый дропнул. Ну, вард это прям хороший. Ну, диверсант это неплохо. Ну, блядь, было это... Ощущение, что меня догонят. Ха-ха-ха. Мана нет. Вроде ребят отправляются. Прям в блинк квапы нажал. Так бы я именно в фрейм попал бы пчелам. Ну да похуй. А, у меня ресов нет, не доломаю. Ну, ну вот, идем. Немного бэкнем, вернемся. Ресов нет. Брестатов хорош, окей, тогда ломаем. Ой, здрасте. Это норм. Мог тени бендать на самом деле, ну да похуже. Победа. Чё, надеюсь, жирный доволен клокверком. Я считаю, игра очень показательная. Красивая. Много хороших моментов сыграли. Единственное, мне очень всегда непонятно, когда нужен брейсер, когда нет. Это очень сложно понять. Раньше всегда брался. Сейчас как будто бы вообще он нужен первый, там, знаете, с 7 минуты по 20-ю. Вот момент, когда у тебя пустой слот есть. Дальше надо продавать. А чё, музыки нет? Вот. А чё, у меня музыка в доте пропала? Вот. Знай крипа одного ПЖ-ПЖ. В смысле? Зачем? Да, у меня же там реролы, по идее, должны быть каравана. Ну, вообще есть еще? Вроде должен быть. Да, давай посмотрим, что тут есть. То я сейчас забыл про эту хуйню. Курьерники не нужны? Чисто аркану бы на так. Ой, это хорошо. А там еще на Чена сетик, но он хуёвый. Че по дэмэджу. Слушай, нормально, мы все начало выиграли команде. Мы выиграли мид, мы выиграли топ.
У нас мидер 5200 и топ 5200. И враг в говнище, и тини в говнище. Клок нормальным был. О, не клок, а этот. Брис нормальный был. Но это Брис, он всегда с деньгами. И по игре, типа, я просто бегал, пиздато вардил. Ошибок особо не делал, этого достаточно для победы было. Клок очень решает, как ты вначале делаешь. Потому что, видите, я за игру, ну, у меня фраг в минуту был. Я, блядь, везде на карте был.